Дорогие друзья, читатели моего блога, наконец-то я рад вам представить вышедшую уже в свет свою новую книгу «Истории из жизни зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Издание книги уже в полном объеме поступило в парк «Тайган», в зоопарк «Сказка», будет продаваться в магазинах сувениров, которые находятся на территории парка. В этой книге я в интересной форме, на мой взгляд, живым языком рассказываю разные истории, которые действительно происходили при становлении Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Вы здесь узнаете о многих героях, которые сегодня живут в парке «Тайган» и в зоопарке «Сказка», о сотрудниках, о наших действиях. То, что животные, находящиеся в зоопарке, иногда выходят из вольеров, ни для кого не секрет, но насколько готовы сотрудники зоопарка к этим ситуациям и что происходит дальше, об этом вы можете узнать в этой моей третьей по счету книжке. Мне хотелось, чтобы вы узнали эти необычные истории, как летали над Ялтой пеликаны, как на Ялту в далеком 97-м году пошел тигр Улар, как шимпанзе Чарлик пытался навести порядок на площади перед зоопарком, и многие-многие другие интересные рассказы собраны в этой небольшой книжке. Книжка прекрасно иллюстрирована здесь местной девушкой. Увидите здесь картинки, очень многие персонажи здесь узнаваемы, как не узнать Филиппа Киркорова здесь, например, или там Бориса Дэйча, всех легко узнать, и думаю, что эта книжка будет очень познавательна и интересна тем, кто следит за историей создания зоопарка «Сказка», парка «Тайган», является нашими поклонниками, почитателями, да и просто интересно с точки зрения, что такое зоопарки и насколько в них иногда бывают нестандартные ситуации, и насколько работа дирекции зоопарка, сотрудников зоопарка на самом деле опасна и трудна. Спасибо. Читайте книжку.